По актуальной информации, прирост подтвержденных фактов заболевания новой коронавирусной инфекцией за сутки составил 96 человек. Сегодня в стационарах республики лечение проходит 1089 пациентов. Число летальных исходов без изменений. При этом с начала пандемии выздоровело 1505 человек. На брифинге в Минздраве 9 июня озвучили вопросы от населения. Один из часто задаваемых касается разработки вакцины от COVID-19. По сообщениям СМИ и по сообщениям Федеральной службы Роспотребнадзора ведется тестирование вакцины. Но, как говорит руководитель Федеральной службы, вакцина не будет одна, их будет несколько. На данный момент проводится тестирование одной из вакцин, одна из вакцин проходит клинические испытания. Как только будет проведена регистрация, проведены все необходимые испытания, то вакцина будет пущена в производство и, надеемся, в скором времени появится во всех регионах. В городском округе на сегодняшний день зарегистрировано 372 случая подтвержденного COVID-19, 11 из них за последние сутки. Из почти 400 фактов 170 были обнаружены у сотрудников и подопечных психоневрологического интерната. На данный момент идет рост заболеваемости у пожилого населения, зафиксированы и так называемые семейные очаги. Негативное влияние на эпидемиологическую ситуацию в основном оказывает несоблюдение населением рекомендаций Роспотребнадзора.